Всем привет! Хочу поделиться с вами небольшой ситуацией, которая произошла со мной на днях в одном из ресторанов Санкт-Петербурга касаемо проверки QR-кодов. Я сейчас даже не про то, что нас всех ограничили в обслуживании в магазинах, кафе, кинотеатрах, музеях и так далее, и заведении этих кодов. Я ни в коем случае не утверждаю, что это правильно или неправильно. Что касаемо конкретного случая, то есть меня. На входе в ресторан стоит молодой человек, без опознавательных знаков, без бейджа, на котором обычно указаны фамилия, имя и его должность. Так вот, он стоит, проверяет личные данные посетителей. Если сейчас кто-то скажет, что QR-код не является личными данными, то откройте, пожалуйста, федеральный закон о персональных данных, в частности статью 3, где указано, что персональные данные – это любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу, субъекту персональных данных. А в QR-коде через приложение госуслуги указаны фамилия, имя, отчество, дата рождения и часть паспортных данных того, кто этот QR-код предъявляет. И вот теперь мне объясните, почему, если все законопослушные выполняют распоряжение постановления правительства города, то почему те же законопослушные нарушают федеральный закон, а именно закон о персональных данных? Самое интересное то, что проверяет персональные данные граждан Российской Федерации, сканируя QR-код, иностранный гражданин, данные которого я не знаю ни фамилии, ни должности. Когда увидели у меня включенную камеру, со мной просто перестали общаться. QR-код. Есть QR-код? Вот кто? Сотрудник. У нас только QR-код. Вы кто? Сотрудник. Сотрудник чего? Официант. Официант? Да. А почему вы проверяете, нужно какие-то документы? Нам так сказали. А вы гражданин какой страны? Простите. Иностранный. Иностранный? Да. Вы гражданин иностранной страны? Да. А на каком основании у меня документы проверяете? Ничего не разговариваю сегодня. Запускаю гости. Позови менеджера, пожалуйста. Позовите менеджера, пожалуйста. А вы кто, девушка? Работник. Работник? А почему у вас иностранные граждане проверяют документы? Проверяйте. А? Паспорт тоже, да? Иностранный гражданин проверяет у граждан Российской Федерации документы. Какие документы? Это QR-код. Да, это не личные, не личные данные это? Нет, это не личные данные. Ну, пожалуйста, давай, проходи. Я попросил книгу жалоб, в которой указал разъяснить, на каких основаниях иностранный гражданин проверяет личные данные граждан Российской Федерации, что входит в его служебные обязанности, конкретно проверка данных посетителей, и его ответственность за неразглашение данных. И вот как мне ответил представитель данного ресторана, что действуют они на основании распоряжений постановления правительства города, что я обязан вакцинироваться. И все мои претензии и угрозы, про какие угрозы я написал, я так и не понял до сих пор, я могу направить в органы государственной власти, обратиться в судебные органы о несоответствии Конституции Российской Федерации, нарушающих мои права. Ресторан, как субъект предпринимательской деятельности, не обязан предоставлять потребителям документы, регулирующие должностные обязанности сотрудников. В связи с чем мне культурно сказали «до свидания». Я ни в коем случае ничего не имею против иностранных граждан, но если с меня требуют выполнения постановления правительства города, то почему тогда нарушается федеральный закон Российской Федерации? И почему я должен предоставлять свои данные, извините, непонятно кому? Вот о таком забавном случае я решил с вами поделиться.